С вами по-прежнему Диман, Дони и Даник, мы играем GTA 5, а это рубрика «Узко-низко». Кусяндр. Всем привет. А сегодня, ребята, мы вновь вернулись на платформу, где попытаемся проехать сквозь данные шлагбаумы. Напомню, что здесь у нас их 30 штук, и та машина, которая доезжает до финиша и проезжает под этим шлагбаумом, ведь даже персонаж его не пройдет, а получает максимальный балл в 50. Наша задача сегодня доставать рандомные случайные машины, смотреть, кому повезет, а кому нет, потому что могут быть высокие, могут быть низкие. Разные машины доступны нам для спауна, и у нас их очень много, поэтому, друзья, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться и не забывайте писать комментарии, как вам данная серия, как вам данное шоу. Ну а на первый раунд будем спаунить по одной, поэтому я отправляюсь на старт. Начинаем! Давай! Первый раунд первой машины, давайте-ка попробуем достать что-нибудь низкое, пожалуйста. Ну давай, хоть что-нибудь пока попробуем нету ничего, достать. Пока... О, что достал? Тема. Ой, это плохо. Это вроде низко. О, это тоже неплохо. Так, а у меня BMW по итогу заспаунилось. А, кстати, пойдет. мультики не забудьте убрать. Да, в принципе, да. Поехали. Ой, 140, ниха. Нормально. Давай, давай. Поехали, да, поехали, пробуем. Я тебе помогу, давай, поехали быстрее. Не надо, не надо, не надо мне помогать, не надо мне помогать. Бампер дорогой на Бэху. Алло. Кто тебе это сказал? С Алиэкспресс детали на BMW можно купить. О, я тоже проехал. Я тоже здесь, брат. Здесь, тебя здесь нет. Тебе нормально? Нормально, а тебе? Мне так же. О, ожил. Один ожил. Так, давайте-ка. Нам под них не надо проезжать, они друг друга таранить. Напомню, ребята, тот или та машина, которая будет дальше всех, будет спаунить две тачки на следующем раунде. Ну и чем больше баллов, тем... Да нет, все. Опа. Габел, последний раз пробую. Да, чем больше баллов, тем ближе победа. Ну, давай, давай. Да давай, ладно давай, тебе! Давай, да, 29. Давай, ну, давай, ну, тут давай, все. Давай. 29 точно я не проеду. Давай. 28 у Вани, ну и 27 у Даника. А, у тебя тут получается от коллизия, брат. Тут ничего ты не сделаешь. Она не проедет. Уже пробовали. Ну, блин. Да, баллы записаны. Отправляемся на второй раунд. Полетели. Давай. Парни, по одной машине на спаун у меня две. Ну да. Но только вот чтобы вот такие большие не спаунились, это вот важно. Еще, это важно. Так, это плохо. Это пока нету ничего. Мы используем, ребята, аддоны, кто не знал, да? Обычные GTA-шные машины мы не используем. Ну дайте по-братски. Пока нету. Можешь машину. Пока нету. Ага. Так, Данику заспаунилась Дива, у меня Мерседес. И семерка. Ну, семерку я брать не буду, Мерседес пониже. О! Чё? Одинаково? Да. Я понял. Брат мой, от мамы другой. Поехали. Понял, поехали. Да, поехали. Поехали. И Бугатти у нас получается у Даника. Чисто мажор. А, еще и реактивная. Еще и реактивная. Ага. Да как ты проехал? А вот, магия. У Даника полтосик. Под видосик. Делись, Даник. Давай, давай. Полтосик. Братву-то есть. Не забывай. Проставляться надо, Данечек. Именно. Но пока Даник чисто вот, ну, вырывается вперед, да? Чисто быканул тогда. Ну, а мы пока что, ребята, да. Ваня, если ничего не изменится, а по всей видимости ничего не изменится... имеем одинаковое количество баллов по окончанию. О, нет. Рано, рано, рано радуюсь. Но а, ну, в принципе, с учетом того, что ты поспеть. Меня даже долбанул туда, да, но я не проехал, значит, я и не проеду. Ну, да. Все, по 29 баллов у нас Ваня, и пока что я на 1 балл опережаю его, но это ничего не значит. Нам надо Даника догонять. Поехали на третий. Поехали. Даник спаунит две машины. Надо, надо, еще куда нет. Надо. Главное, чтобы не гелик. Главное, чтобы не гелик. Вот это вот, ну, как бы плохо будет очень. Гелик, а антигелик, пожалуйста. Пока мы спауним, ребята, пока спауним. Так, пока спауним. Пока спаунили, я тренировался. Я понял. Услышал, пока нету ничего. Обработал. Рану, что ли? Душевную? Да ну тебя! Да ну тебя! О, чекпук, это ты! Ай, как это чек-пук. Больно! Как это чек-пук. Больно! Ты мой фанат? Чек-пук, давай, пишись на футбол. Давай автограф напишу. Давай, вот давай. Так вот пойдет? О, спасибо, с кайфом? Да, пойдет. С кайфом? С кайфом. Так, кайфом у Даника, ребята, вторая Мустанг и Мерседес был, Ауди. Ну, поехали, пробуем. Ну, давай.
А где я вот согрешил-то в нашей игровой виртуальной реальности-то? Ну, кстати, голова-то прозрачная. Ага, конечно. Я думал, будет там 10. Ну, слушайте, уже 19. Уже? Уже 20, пацаны. У меня 50. В очередной раз? Да, он какой-то читор, по факту, отвечаю. Ты как-то двигаешься кучеряво. Нормально все. Да нет. Дома сам вот нормально. Кучерявый, ну да. Слушайте, ну я по всей видимости, ну дальше не пройду. Голова Человека-паука. Где это такое вообще возможно? Мне теперь надо несколько раз 50 брать для того, чтобы, ребят, догнать вас. А я-то чё? Пацаны, ну не забывайте меня, а, когда поднялись. Ладно, поехали дальше, ребята, на четвертый раунд. Полетели. Давай, давай. Ну в этот раз должен уже мне завоз завести. Нет. Завоз? Да-да-да, давай, 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 давай. Чё, низкое, 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 низкое. Ну давай. Ну сколько ждать? Опа. Опа. Чиназус. А подожди, у кого такая была? Я не знаю. R8 прямо сейчас. А у вас нет ее? Да. А, у тебя было? Да. Нормально. Да. У Дони в очередной раз, кстати, низкая машина. Это Ламба. Да. Сейчас буду разрывать. У Даника пока непонятно. У Даника пока нет. Где-то он вообще высоко. Высоко-высоко. О, появилось. И Audi TT. Ну все, поехали, пробуем, ребята. Что там у тебя? Лучше бы не спал. Бэха, понял. Поехали, да. Окей, поехали, ребята. Половина серии уже позади. Осталось не так много. Скорее я ускорился. А ты на этой проехал до финиша или нет? Я что-то не понял. А, да. А, вон же она. А, ну, догнал. Нормально. Нормально, но мне повезло. Спасибо большое тем, кто за меня болел, тем, кто с нами. Господи, что ты делаешь? Блядь, в смысле? Ты не трогал, алло. Парни, к сожалению, застряли. Да, ё-моё, уйди. Проедьте уже кто-нибудь на 30, и у вас не будет таких проблем. Алло, а я-то чё? А я-то чё? Каким я там боком был-то? Под ногами бегаешь. Ясно, всё, я... 29 у Вани, 29, по всей видимости, у Даника. Да, баллы записаны, ребят, ну что, наконец-то я догнал их по баллам, но... Не меня. Рандом дело такое, а может сейчас и поднасрать, поехали дальше. Давай. Ну и тем временем две машины, я спавню. Ну, спавню. Вы по одной. Что это? С кайфом. Марк 2. Страшно. Или нет? Не знаю, что это. Это Марк Икс. Марк Икс. Маркиса. Так, я пока не могу ничего достать. Супра у Даника тоже неплохо. У меня пока по нулям. По нулям. Давай, давай, расчехляй. Рандом. О, да ё-моё. Алло. Я сразу это удаляю. Не хочу брать. Понимаю. Не хочу брать. Ну, у меня две машины тогда. Лучший вариант был. Не-не-не, знаешь, вот я надеюсь. Я все-таки верю. Верю. Чудо! О! Это что? А, это мини! Это мини-тачка! Ну поехали, давайте попробуем. Это мини. Но это лучше, конечно, чем гелик, парни, определенно. Ты куда в поехал? Засмотрелся. Понял. Хоть я и не блондинка, но я засмотрелся. Поехали. Идеально. Ну, 27. Я чисто, парни, я на амбициях. Давай, 50? Да. Алло. Да. Кто тебе разрешил, не пойму. 27 я приехал. 27 я тоже. Понимаю. Давай, давай, давай. Мигалки, конечно, мигалки, скорее всего, мешают. Так-то могла на 28 спокойно проехать. Ну, туда, тут как бы все понятно. Окей, мы переходим на следующий раунд. Я не знаю, что сделать с Даником. Явно завозит молодому. Явно везет. Ой, блин. Но не берем в учет такие машины, они крашат при соприкосновении со шлагбаумами. Сколько раз проверяли, поэтому да, есть у тебя... Это что такое? Так скажем, второй шанс. Это пока все обычное. Так, пожалуйста, 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 пожалуйста. Да ну ёлки, завози, рандом. У меня М5 Е60, это мега читерская тачка, ребята, у нее под капотом 1000 плюс сил. Это жесть. А мне можно что-нибудь уже? Хоть у Даника по итогу Dodge. И еще одна. У Вани пока по нулям. Ну, вау! Ё-моё! Это не я был. Понял, спаль был. Да, да. Это был не я. Парни, это явно не я. Так, да, ну да, давайте, да, доставайте, да, уже, да, что-нибудь. Да, алло. Да. Ой. О, а чё по большим тачкам, блядь? Понял. Понял, принял, обработал. Ну, типа, да.
О, у меня вот такая вот. Пойдет. Audi e-tron и Monstruck я увидел у Даника. Ну, наконец-то. Все, ребята, машины получены, полетели. Давай, давай. Ехала! 900 за секунду просто. 900 км в час. Е-мать! Это мега дико. Алло. Ее надо держать только через F2. Давай, давай, давай. Ну, 29 баллов это уже неплохо. Тихо. Пока 27 только, прикиньте. Давай! Делай! Ну проломись ты. Делай красиво! Попробуй! 28. Салам алейкум. Проснулся! Вот, простите, кого долбанул? В смысле? Как так? А алло! Вот так. О, я проехал на 30! Да ты куда? Ага. Подожди! Ага. А может она на полтинник проедет с такими Яма скоростями? Лагаешь, Яма, ты лагаешь. Да я не лагаю, у меня походу сервер не регистрирует. Кого, тебя? С такие скоростя. Ну 30 это неплохо, слушайте. Полтинник бы взять. Для М5,60-то да. Полтинник бы взять! Полтишочек! Я не говорю уже о соточке, полтинник просто. Соточки у нас нет. Ну, 28, все, короче, стал, ладно. Давай! Ну, не так, конечно, но... Ну, 29 явно у Даника, 28 у Вани. Я погнал обратно, давайте там. Давай, давай, давай. Гранит науки, иными словами не сказать. Так, ну я походу все, ребят, да, я не проезжаю, к сожалению, 30 это ее финальная 29. Стоимость. Да, идем стоимость. Дальше, именно на нем. Две тачки у меня, по одной у вас. Забираю. Забирай. Давайте спавним. Давайте, да, давайте. Ну, да ладно тебе, давайте. Буханка, буханка просто, ну брать ее явно не буду. Так, гигантские это машины мы обсуждали, что мы их не берем. И последний мне еще один автомобиль. О! Пойдет тема. Приора. Магнуму Даника. Ну, а у меня пока ничего нету. И хотелось бы уже бы достать вас всех. Не дает, не дает. А. О, дал! Лексус, спасибо. Лексус дал, да. Поехали, пробуем. По высоте, если так смотреть, я чуть ниже Вани, Даник самый понятно. Высокий. Просто унизил. Взял и унизил. Ну такое. 29 баллов пока что у меня. Это все, это война, брат. Это война. На года. Ну такое. Закопайте топор войны, братья. 28. Слушайте, у меня Lexus настолько... Настолько долгий. 28, у меня каменная машина, поэтому все. 28, да, понял. 27. Ну, окей, не будем отставать от вас. 29 у меня, и отправляемся на следующий раунд. Полетели. Давай. По одному баллу это, конечно, хорошо, но надо полтинники, потому что Даник все-таки у нас впереди, и это плохо. Да нет. Но у меня тем временем две машины, у вас по одной. Ну, давай, смотрим. Пробудился. Давай. GTR. Посмотрим. О, у Даника 34-й, у меня пока 0, у Вани тоже. О, лансер. Ну, это плохо, это высоко. Ты вылетел? Нет, говорю, выдайте, говорю. А, выдайте. О, 34-й тоже. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подожди, такой же? Тоже КТР. Подожди. Да, такой же. R34 дупт. Дупт, да. Да, чисто. Чисто с инкубатором и с тобою. Ну, остался Ваня. Я понял, ладно. Только у меня заряжено, брат. У меня заряжено. Видишь, у меня винил какой-то тут прикольный. О, Гранта, ребята, Гранта. Давай. Иди сюда. Иди. Давай, 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 давай. Стой слева. Ага, все, загадал. Загадал? Финиш, поехали. Поехали, пробуем. А нет, ты высокий слишком. Смотри, до финиша, мне кажется, ты не доедешь. Откусила, откусила это. Откусила сила? А ты что делаешь, алло? У вас как бы одинаковая машина, наверное, нет? Ну, мне прям хорошо крышу помяло, а у него машина более-менее цела. Цела? Цела, да. Да-да-да. А Ваня испытывает прям сложности, трудности, да? Ну я, да, все, 27.
Ну, я так полагаю, у нас тоже 29, и это все, ребята. Я предлагаю отправляться на финальный, последний наш раунд. Полетели. Давай. К сожалению, Даника, мы, по всей видимости, уже не догоним. Слишком много машин на финише. Наверное. Мини-байк у Вани. У меня пока нету ничего. О, опа. GTR еще один. Опять 34-й, но это уже какой-то другой. Повелитель машину? Японских тачек у нас Даник. Понятно, Хэвэл. О, опять... Не, это, кстати, другая уже. Это тоже типа полицейская, но без мигалок. И ламба, и ламба! Повезло! Повезло! Под конец, как говорится, завезло. У Даника по итогу Супра, у меня ламба. А могу я сесть с нее, пожалуйста? Да, поехали! Ну и хавал у нас Дарго получается у Дони. Давайте-ка. Желаю удачи, ребята. Ну, по всей видимости, у меня 100% это полтинник. Я бы не играл с ним такие шутки. Ну, у меня 25. 26. Да, я доезжаю, ребята, до финиша. По итогу у Даника 3 машины на финише, у меня 2, у Вани, скорее всего, 1. Дарго далеко не проедет. Давайте-ка смотреть. 26 ставит рекорд на схавал. Даника 29 пытается, но не завозит. Как-то бессмысленно. Да, 29 баллов у нас получается зарабатывает Даник. Ребята, на этом будем заканчивать такое вот шоу у нас. Такие вот результаты. Ставьте лайки, поздравляем Даника. Всем удачки, пока-пока, друзья. Пока-пока.